И снова здравствуйте, всем привет! Сегодня готовим пирожки из песочного теста. Я буду замешивать тесто в комбайне, можно вручную делать, мне удобнее в комбайне. Высыпаем муку. Рецептуру, как обычно, пишу в описании под видео. Чайная ложка разрыхлителя, щепотка соли. Перемешиваем. Добавляем холодное масло кубиком нарезанное. Опять перемешиваем в крошечку. Вливаем сюда один желток. Опять перемешиваем. Теперь добавляем холодную воду, чистую, и опять перемешиваем. Вот смотрите, у нас такая мокрая крошка, но еще в комок не собралась. Нам нужно, чтобы оно само собралось в комок. Значит, мы еще вливаем чайную ложку водички. Опять перемешиваем, оно должно собраться в комок. Все, видите, оно в комочек само собралось. Все, достаточно. В общем, водичку сами чуть-чуть регулируйте, по чуть-чуть добавляйте. Я вам, конечно, напишу, сколько я на вот эту пропорцию положила воды. Ну, сами смотрите. Так, все, выкладываем наше тесто на пленку. И отправляем в холодильник. Час, полтора, у кого сколько времени есть. Если нет времени, можно в морозилку кинуть там на полчасика. Собираем в комочек. И встретимся через час. Так, давайте, пока у нас там тесто в холодильнике, мы займемся начинкой. Нам нужна картошка, лук, куриное мясо. Мясо берем любое, у меня филейка, можно взять с бедрышек, с окорочков обрезать. Вот, соль, перец, все, вот это все нам нужно нарезать одинаковым кубиком, у нас, чтобы размер был одинаковый. Лук режем крупным вот таким вот кубиком. Так, картошку режем таким же размером, и мясо, ну, вот оно должно быть приблизительно одинаковое, и вот таким вот кусочком мелким мяско нарезаем. Все, нарежем и встретимся. Так, ну что, все нарезали, теперь добавляем перчик, все по желанию. У меня смесь перцев, солим, хорошо перемешиваем, накрываем крышечкой и оставляем ждать, пока наше тесто там замерзнет. Все, перемешали, накрываем и оставляем ждать. Так, ну что, все наше тесто немножко подморозилось, вот такое тверденькое. Все, делим его на 4 части. И раскатываем 4 лепешечки. Присыпаем немножко мукой. Я присыпала. Ладно. Так. Немножко примерзла, я его ручками разомну, а потом будем раскатывать. Все, раскатали, вот такая толщина, примерно 2 миллиметра.
накладываем сюда нашу начинку. Вот эта начинка у нас пойдет на 4 пирожка. Начинка. Теперь берем кусочек масла, сюда еще положим. Для сочности. Так, и защипываем. Набираем. Защипали, теперь переворачиваем и делаем фигурный бортик. Еще раз заворачиваем, чтобы у нас не вытекала начинка наша, соки, чтобы не вытекали. Все, крутим, вертим. Встречаемся. Все, берем желточек, смазываем наши пирожочки. Духовка у нас уже греется заранее, 180 градусов. Выпекаем 45 минут. Все, смазываем. Идем в духовку и встретимся, когда будут готовы наши пирожки вкусные. А пирожки очень вкусные. Все, встретимся. Все, смотрите, какие у нас чудесные пирожочки получились. Очень запах. Очень вкусный запах. Сейчас немножко остынет. Разрежем, посмотрим. И попробуем. Ну что, разрезаем. Вот такие у нас пирожочки. Смотрите, сколько начинки. Тесто тоненькое. Они очень вкусные. Я пробовать не буду, потому что горячие. Я уже их пробовала. Я вам рекомендую. Приготовьте, попробуйте. Вам очень понравится. И тесто вкусное, и начинка вкусная. И запах вкусный. В общем, вот так вот у нас сегодня. Все, всем спасибо за просмотр. Заходите в гости еще на мой канал. Подписывайтесь, если интересно. Ставьте пальчики вверх-вниз. Всем до встречи. Всем пока.